Государственная программа региональных авиаперевозок набирает обороты. С января нынешнего года возобновились рейсы в Самару и Уфу. Сегодня пассажиров обоих рейсов встречала и провожала наша съемочная группа. После полученной травмы Светлана Дмитриевна передвигается с помощью костылей. Из Уфы женщину ежегодно отправляют в Чебоксарский ортопедический центр на консультации. На автобусе ездить очень тяжело, так что открытие авиарейса Уфа-Чебоксары стало для нее настоящим событием. Самолет хоть и маленький, летает мягко, хорошо, мне лично удобно. Самолет действительно небольшой, однако 9 посадочных мест более чем достаточно для подобного рода перевозок. Полеты выполняются 3 раза в неделю – в понедельник, среду и в пятницу. Направления Чебоксары-Уфа и Чебоксары-Самара не самые востребованные на сегодняшний день, однако руководство аэропорта призывает не делать поспешных выводов. Как вы слышали, стартовал проект 21 января, 3 раза в неделю, даже еще месяц не прошел. Естественно, о каком-то там подведении итогов говорит рано. Надо хотя бы квартал, чтобы люди почувствовали удобство данных перевозок. Действительно, те, кто уже воспользовался программой региональных перевозок, ее преимущества уже оценили. Каждый раз, отправляя дочь-студентку в Уфу на автобусе, Ирина оставалась с тяжелым сердцем. Неровная дорога, плохие погодные условия, нетрезвые попутчики. С открытием рейса Чебоксары-Уфа эти проблемы больше не тревожат Ирину. Или отправлять, или в ночь на поезде надо было, на автобусе, на Нижегородском, или 16 часов идет, или 2 часа, и уже там. По ценам, вот и поглядели, мы очень, так как сказать, поглядели сразу, в воскресенье открыли, билет есть, цена очень приемлемая, 2300, всего на 1000 дороже, чем на автобус. И прилетает днем, добираться удобно с аэропорта. Директор аэропорта подчеркнул, что безопасность превыше всего. Авиаперелеты выполняет татарская компания «Акбарс Аэро», которая за годы полетов зарекомендовала себя как надежный перевозчик. Самолет «Цесна 208-я «Караван» 9-местный принадлежит с 2014 года передана авиакомпания «Акбарс Аэро», которая осуществляет перелеты. Скорость 300 км в час. Дополнительную справочную информацию об авиарейсах можно получить по телефону 301-487.